Всем привет, друзья! С вами Малдер, и у нас... Чё у нас? Забыл, блядь. Зов к толку! Бляха-муха, из башки вылетело название. Ладно, в прошлой серии, значится, мы нашли потайной проход в какую-то пещеру из здания, и мы упали вот оттуда. Назад дороги нету. Здесь какие-то туннели, что-то какие-то свечки. Водичка, смотри-ка. Водичка. Хорошо. А это что у нас такое? Давайте-ка мы все посмотрим, все проверим. Мы же детективы, твою ж мать. Мы же ведем расследование. Это что за крючки? Я уж надеюсь, не за задницу. На таких подвешивают. Ладно, идемте дальше. У нас есть лампа. Так, ну-ка, лампа-то, конечно, почетче светит, но у нас к ней масло кончается, к сожалению. И масленки-то здесь что-то и не наблюдается никакой. Блин, вот сделали, чтобы лампа-то подольше горела. Вы что, охренели, что ли, тоже? Вот. Пару минут всего лишь горит. Такая лампа на одной заправке. Время не пощадило эти постройки. Я уже забыл, что не играл в нее пару дней. Забыл, что тут читать надо. Черт, только проснулся. Зенки еще, можно сказать, только продрал. На улице погода. Ёпта, займи, но выпей, что называется. Дождик, слякоть. Мерзость полнейшая. Сейчас рассчитаемся, разыграемся. И все мы тут расследуем. На стенах никаких нету надписей. Это что-то настораживает, потому что вот там вот надписи-то были всякие разные. А куда? И здесь проход есть, может быть... О, погоди-ка, тут лестница есть. Мешок. С чем? У меня нет времени осматривать все ящики. Какие все ящики? Осмотри хотя бы этот. Эдик. Эдик, подожди. Блин, а почему ты не хочешь осматривать ящики? Может, там золото-бриллианты лежат в этих мешочках? А судя по всему, и в воду, что ли, можно нам спрыгнуть? Это тина, блядь, что ли? Не, наверное, там глубоко, раз лодка припаркована. Что это? Что в этих зеленых бончонках? Опа, вот. Ну, похоже на животный жир, но явно не китовый. Человечий! Это ж сколько ж тут людей-то надо замочить, чтобы столько жира натопить. Да плюс ко всему, куда вы его отправляете потом? Неизвестно. Ладно, идемте дальше. Так, зажигалка перегрелась. Ну, кстати, тут достаточно светло. Можно зажигалочку, наверное, и убрать. Ничего тут такого уж... Хотя, блин, на стенах, возможно, какие-то рисунки будут, которые мы не увидим. Огонек, огонек. Почему в игрушке так огонь нарисован? Я не понимаю. Ну, вообще какая-то такая темная. Но почему огонь зеленый? Газ какой-то так горит. Зеленым. Зеленым огнем. Я не помню, какой. Что тут, проход? Нет. Открывается дверка? Давайте-ка дернем. Да, дверка открывается. Хорошо. Что тут происходит? Пирс! Тише, мы не одни. Боже милостливый, во что вы меня втянули? Вот и узнаем. Я пойду, а вы постарайтесь не высовываться. Да, там есть проход. Встретимся внизу. Мусорок раз так и... спрыгнул. Подождите. Да не лампу, зажигалку доставай. Лампа нам наверняка еще пригодится. А куда идти-то нам? Я могу ебнуться, интересно знать? Не знаю. Может, и могу. А здесь проход. Комната очень большая. Пещера, точнее, даже. Хотя можно назвать ее и комнатой. Ух ты, бляха-муха, смотри-ка! Кто это? Может быть, выключить зажигалочку-то? Ну, не знаю даже. Люди? Монахи какие-то, что ли, или кто ли? Ёпта, тут вообще все запутано. Черт возьми, проход какой большой, широкий.
И спрятаться-то, наверное, негде. Хотя, может, тут и прятаться не надо. Опять же. Мусор, значит, пошел вниз. А он же их тоже видел. Наверняка, может, камень он кому-нибудь на башку сбросить. Да и... Вот что они делают? Блядь, да там кто-то лежит. Это жертвоприношение, что ли? Не, ну он живой. Непонятно, правда, кто это? Но мы тут для этого и бродим по этой пещере, чтобы выяснить все. Может быть, садовник знает? Или слуга, как его называть? Сайлос, который. Еще проход. Но тут уже водичка начинает появляться на полу. Пол сырой. Или даже такое ощущение, что замерзший. И это самое. А как бы мусор там не убили бы? Да ладно, смотрите-ка, моя фотография. Картина, точнее. Мы такую же видели в доме. Блять, ничего бы не пропустить. Вот самое-то страшное будет. Что-нибудь действительно... Игра сохранена. Что-нибудь нужное пропущу, и пинда будет. Общая могила? Ебать, там могила-то. Вот какая, в общем, а тут кишки везде... разбросаны. А что за бочка? Там кого-то маринуют. Нам надо все тут осмотреть. Найдите след ворона. За мной, блин, может быть, вебку перенести. Следующий. Хотя, наверное, не так уж она и мешает, не так и закрывает. Тут написано вот за мной основные задачи, половину надписи вы видите. Ладно, оставим пока здесь. Что? Вот камень какой-то. Рок. Я вам буду просто периодически зачитывать, что у нас за основные задания. Рок. Блять, это что и рок-то такой, ну? Пластинка китового уса с гравировкой. На ней изображено странное существо. Наверное, ему поклонялись. Пластина из китового уса с резьбой. На этой пластине из китового уса вырезано изображение странного создания. Я не вижу, честно сказать, какое что-то за создание. Вот вижу пентаграмму. А что за создание, хер его знает. Ну ладно. У нас оккультизм, кстати, прокачался немного. Сколько у нас оккультизма? 25% уже оккультизма-то у нас. У нас есть очки? Да, у нас есть очки. В поиск в ебенить или в психологию, может быть. Сила. В расследование. Давайте в расследование еще одно очко замутим. 60%. 60%. Красноречие я вот не знаю. Качать, не качать. По большому счету, может быть, оно и не нужно. Мы же детективы. Нам все надо выяснять. Ну, хотя и красноречие... Что там такое? Что-то там светится, кстати. Огоньки какие-то. И красноречие тоже вроде бы как для детектива-то важно, чтобы спрашивать у людей, выяснять что-то, какие-то подробности. Куда идти-то? Это что такое? Закрыто. Закрыто. А как мне открыть? Я, по-моему, в тупике, да? Не то, что даже в тупике, я в полной жопе. А куда идти-то? Тут ведь все. Может, спрыгнуть можно? Да нет, это будет последний прыжок в моей жизни. Коробки. Не, здесь я не пролезу никак. Там ничего нету. Да тихо ты, что ты... А, это саркофаг. Слушай, это, может, саркофаг действительно какой-то? А стол для жертвоприношений это. Это стол для жертвоприношений. То есть меня хотят принести в жертву? Стол для жертв... Нет, ну тут ничего такого-то вот нету на самом деле. А, может быть, вот обойти нам? Тут проход, может быть, есть. Там что-то светится. А как нам обойти-то? Блин, по ОБСу пойду. Не вижу ни хера. Вот какой... Нет. Черт возьми, ну должен же проход-то какой-то быть. Дверь закрыта. Ну-ка, побежали. А, я еще и ползал.
Я думаю, что как медленно хожу. Опа. Что за дыра? Чего нам здесь вот сделать? Действительно, может быть, на репу. А я не упаду? Не, я упасть не могу. Где-то должен быть проход. Ну, по-любому же должен быть проход, да? Что там за воротина такая была? Найдите след вора. А как мне искать-то? Следов вора нету. Это мы обратно пойдем. Не, мы пришли в это... Стоп, вот еще один человек. А где мусорок-то у нас? Смотри-ка, а этих уже, видать... Того? Этих уже, видать, пришили? Ёб твою. Я, кстати, я, по-моему... затупил. Как это частенько бывает. А как тут не затупишь-то? Я вот не знаю, куда нам идти. Вот честно. Прыгать в яму, если только. Стоп, подожди. Я же ползком шел. Вот фотография. Картина, точнее. А почему я все время ползал до этого? Не понял. Ох ты ж, ёб твою. Ты что делать-то? Дядя! Упали в яму! А это и вор был! Где я? Блять, все в крови! Ёб твою мать! Это акула! Паническая атака. Иногда вы начинаете паниковать. Бегите из таких мест... Как можно быстрее? Ну, беги. Эдик, мы сейчас спасемся от... Да, блядь! Нет, черт побери, я должен найти выход отсюда. А что ты не хочешь искать выход-то? Погоди. А, зажигалка есть. Жига есть. Кишки. У меня лампа, блядь. Твоя... паническая атака, да? Паническая атака. И хули мне это ваша паническая атака? Что делать-то? Блять, как плохо тут все видно. Акула, съеби отсюда, ты дохлая. Ну это рыбьи кишки, ты что ты испугался-то, Эдик? Ну правда. Эдуард. Я должен найти выход отсюда. Очень-очень плохо все видно. Вот, может быть, тут? Да, какой-то проход, смотрите-ка. Так, тихо. Блять, тупик, что ли? Не, во! Паническая атака. Черт, у меня сейчас масло кончится в лампе. Ну-ка, пролезай. Паническая атака закончилась. Теперь моя очередь. Да, время пришло. Скоро ты станешь одним из нас, если тело твое и разум твой готовы. Мне это снится каждую ночь. У меня постоянное видение. Я готов. Хорошо. Докажи. Прямо как в моем сне. Игра сохранена. Но тут сохраняшечки-то почаще у нас. Это хорошо. Так, я не ползаю? Нет, не ползаю. Открывается дверка. С этой-то стороны, блядь, тоже не открывается. Что за нах... Масло дайте, суки! Дайте мне масло для лампы машинного. Да убери ты ее, и так осталось прям совсем чуточку. Что за ведро? О! Ритуальный кинжал. Похоже, его недавно использовали. Может быть, в каком-то ритуале. Я нашел этот кинжал в туннелях под особняком Хокинсов. Хозяин бросил его, когда ушел с другими мужчинами в капюшонах. Угу. Ладно, хоть от зажигалки бенз не кончается. А вон книжка какая-то, смотри-ка. Так, книжица, да?
На стенах нет у нас ничего. Ну, посмотрим, что за книжка. Оккультизм. Я не умею читать по латыни. На латыни, точнее. Не умеет читать на латыни. Ну, у нас оккультизм-то уже прокачан нормально. Погоди, где? Вот пирс. Оккультизм уже 35%. Неплохо. Навыки рассудок. Навыки рассудок. Что такое? Что за рассудок? Рассудок, не понял. Пирс. А, все. Прочитали. Новых у нас нет никаких персонажей. Места. А мест до хера. Остров Дарквотер, порт, особняк. Ну, это мы уж читать что-нибудь. Особняк Хокинса в сады. Мы, кстати, в домике еще не были. Рядом с особняком. Может быть, будет возможность нам туда еще попасть. Оккультизм. Чудесный улов. Святой Брэндон. Святой покровитель китов и китобоев все еще защищает моряков Дарквотера. Видимо, до святого Брэндона были тут и другие боги. Их последователи, кажется, иного мнения. Местные пока поклоняются старому святому, но на его статую оставил след представитель другого культа. Выдержка из записи книжки частного детектива Эдварда Пирса. Ритуальный круг. Круг мы находили в доме. Символ культистов. Этот знак нарисован на листах бумаги, спрятанных в сейфе, в туннеле под особняком. Символ много раз повторяется на бумаге, и с каждым разом нарисован все отчетливее. Я не знаю, что же пытался изобразить Чарльз Хокинс, когда рисовал его. Но в одном я уверен, он считал его очень важным. Выдержка из записи книжки. Пропавшее племя. Племя людей, поклонявшихся морю и его дарам, высадилось на берегах острова, окруженного темными водами. Их обнаружило существо, которое некоторые зовут пожирателем. Пожирателем китов. Долгие годы существо преследовало их во снах, пока ослабленные умы их не сдались. По приказу существа спустились они в темные воды, окружающие остров, и не вернулись. Выдержка из молота твари. Эбигейл Г. Г. Улики. Глава 4. Глава 3. 4. Ладно, погнали дальше. Хватит тут чтивом заниматься. У нас идет расследование. Вон они. Вон эти культисты. Я могу тут пролезть? Культисты. Вон там фонарик. Мне, наверное, как бы надо быть незамеченным, как я полагаю. Ух ты, что они там делают? Что там с мужиком-то происходит? Смотрите-ка. Они что-то втирают ему какую-то дичь, судя по всему. Надо не заблудиться, главное здесь. Бляха, вот это территория. Какая здоровая, я не вижу ни хера, правда. Тут уже водичка? Да. Очень похоже, какие-то ящики. Это пристань. Чё это? Деревяшка. Столбка. Где ящики-то? Это столбы эти были. А издалека кажется в темноте, что это ящики. Вот ящики. Вот у нас ящики. Черт, нигде нету масленки. Вообще негде нам зарядить лампу, к сожалению. А дверь открывается? Ну-ка. Ух ты ж, блядь, присядь ты хоть, ёпты. А, это уже не я иду. Тихо, Эдик. Сейчас тебя там тоже положат на этот стол разделочный. О, древний, спящий, прими этого сновидца под свое бессмертное крыло. Яктулху Нитхсиха Фгдагн. Дай ему плоть свою и прими его, чтобы тело его и тело твое стали едины. Ибдхуха бдхт.
Ктулху Бтнкор. Блять, сейчас я себе нахуй Ктулху-то призову, походу. Дай ему разум свой, прими его, чтобы разум и его разум твой стали едины. Илойгхупадгхтулхулойгхна. Дай ему сны свои и прими его, чтобы переплелись наконец тропы душ ваших. Иерелктулхучшаг. Пусть его душа ведет тебя к нам, как твои сны привели ее к тебе. Йорлктулхубагшаг. Пусть твои сновидцы откроют путь, чтобы настал день пробуждения твоего. Блять, между прочим, я ходить могу. Че я тут хуйню-то, блять, читаю какую-то? Яктулху нафлхтб. Куда лестница идет? Подождите, все. А, лестница идет, я знаю куда. Но мы, наверное, не откроем дверку-то, да? Как я полагаю. Вот, мы находимся. Что? Locked. Закрыто. Да, блядь, зажигалку доставай первой. Что ты мозги ебешь? Где выход-то? Вот. Нам надо присесть. А что делать-то? Я вот не понимаю. Их там 10 человек, а я один. А я старый алкоголик. С зажигалкой и без оружия абсолютно. Надо тут обследовать по возможности. Надо вот до тех, кстати, дойти. Доползти, точнее. Отсюда я пришел. Так. А те вот чуваки живые или нет? Может, по стелсу сейчас их завалить? Всех сзади подкрасться. И по хребтине. Ага, я его чувствую. А у тебя и в самом деле дар. Ни слова больше. Пусти его к себе. О, спящий, мы молимся о твоем возвращении в царство земное. Ебать тут костей-то. Это рыба? Точнее, не костей, а кишков. Акула. Ебана. А в воду я уже не могу попасть. Нахера вы тут рыбу-то столько заваляли? Здесь что? А что в коробках-то? Ну-ка, я посвечу. Какое-то мясо, что ли, сушеное, может быть? С пивом охуячит. С рыбкой. Принесите мне еще священной плоти. Сказал культист. Вот эти-то дохлые? Или нет? Или живые? Стоп. Подожди. Такой же чувачело на нас напал. В маске. Dead. Мертвы? Этот ритуал убил их? Но какой в этом смысл? Не знаю. Так, это то же самое, он пиздит. Это то же самое. Вот тут проход есть. Какой-то, а что тут такое? Это... Тихо, да, не это самое, не... На башку как бы вот она не опустилась. Да, зажигалка тут вообще бесполезна. Я думал, тут проход будет. Нет, прохода никакого нету. Хорошо, какие-то надписи. Секунду. Вот. И снова эта примитивная надпись. Как же нам... Что же нам делать-то? Мы готовы к церемонии. А твой протеже? Протеже? Точнее. Его пробуждение подошло к концу. Он скоро к вам присоединится. А я вот этого чувачка-то вообще не видел, между прочим. Где... О, может быть, сейчас мы сюда про... Где мусор? У мусора должно быть оружие, пистолет хотя бы какой-нибудь. Я надеюсь, патронов хватит на всех. Ну-ка, давай-ка вставай, чувачок. Ага. Мы пробрались, по всей видимости, в нужную дверку. Где ты, Брэдли?
И тут еще народ. Они тут кучками, что ли, кучкуются, группами. Ничего не разобрать. И перевода нету. О, мусор! Брэдли, что вы тут делаете? Я увидел, как туда спускаются два странных человека, и решил, что ничего хорошего это не предвещает. А это что еще такое? О, заметили, блядь! Нарушитель! Вот черт! Стреляй! Не с места, полиция! Не с места! Ктулху, смотри-ка! Стрелять буду! Назад, назад! Вы сами напросились! Ему похеру! Он осьминог! Наполовину! О. Чарльз? Вы не должны были это видеть! Игра сохранена. Еще мне. О! Ух, блядь! Ой, беги! Это не я, между прочим. Илья! Это муж! Все рушится, надо выбираться отсюда! Это муж! Сары! Давай, беги! Как бежать-то, блядь? Охренеть! Он в Ктулху превратился! Или он и был Ктулхой? Может, он не превратился, а был всегда таким? А свою смерть инсценировал, так сказать? Я сдох? Ай! Нога! Ну, я, по всей видимости, добежал. Докуда-то. Брэдли замочили, черт возьми. Что там такое красное? Кровь. Да? Да, да, кого-то, наверное... культиста завалило. Чарльз, именно Чарльз звали владельца особняка. Черт возьми, вот это поворот. Блин, все размазано. Вон свет в конце тоннеля, ты не можешь? Light. Свет! Наконец-то! Ну уж, блядь, завалило нахуй. Помогите! Сказал Эдик Пирс. Глава 5. Риверсайдский университет. Пирс и констебль Брэдли последовали за взломщиком в тайное место встреч культа. Пардон. Скрытые в сети подземных пещер, прямо под особняком Хокинсов. Они стали свидетелями странной церемонии, которую проводил вполне живой Чарльз Хокинс. Брэдли попытался арестовать его, но Хокинс, тело которого подверглось многочисленным мутациям, выпотрошил полицейского. Пытаясь скрыться от Хокинса, Пирс попадает под обвал. В критическом состоянии он оказывается в Риверсайдском институте. В Риверсайдском институте, оказывается, наш Эдик. Наверное, в больничке. Хотя, у него что-то с ногой. Зачем в больницу-то ложиться? Может быть, шок после увиденного. Может быть, еще что-то. Может быть, действительно что-то ногу сломал. Валяется на растяжке. Пока непонятно. Ну да ладно. Сейчас мы все выясним. Погрузиться в безумие. Так, меня куда-то везут. Эдика, точнее. Эдик, приготовить еще одну инъекцию. Привязали, суки. Нет! У него припадок. Он выживет. Сильный субъект. Вот, он открывает глаза. Вы спасли его, Фуллер. Я не могу подняться.
Не двигайтесь, Пирс. Знали бы вы, как вы нас напугали. Что вы со мной сделали? Расстегните ремни! Спокойно, мой друг! Вы были мертвы. Он убил вас. Вы уверены, что ему лучше? Он был мертв, и я тоже. Мы были мертвы. Мертвы, что вы делаете? Простите, мой друг. Мой друг. Нет! Брэдли как-то воскресили. Или, может быть, этот Чарльз у него превратился. Непонятно. Игра сохранена. Замечательно. Что со мной произошло? Где я? В психушке, судя по стенам. Все правильно. Все правильно. Мы в баре встречали с вами... Мистер Сандерс, вы должны пойти. Нет, нет, пожалуйста, я не могу уйти отсюда. У вас нет выбора, Сандерс. И у нас тоже. Вы не понимаете, если я выйду, он меня увидит. Нет, нет. Прошу, я не хочу, чтобы он нашел меня. Короче, мы же с вами видели в первой, что ли, серии, там два санитара, или как их там назвать, в баре сидели, бухали. Точно. Слушайте, игрушка сохранилась. Давайте-ка... Я даже смотреть не буду, что это. Давайте продолжим в следующей серии. Захватывающий, черт возьми. Потому что не знаю, когда будет опять же следующее сохранение. Полчасика поиграли. И думаю, пока будет достаточно. Все. Продолжим в скором времени. Подписывайтесь, оценивайте. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.